Вот еще одно небольшое видео, как наделать наконечники или пробойники. Вот, все это можно наделать самому в своем гараже. Вот, все это самопал. Вот. И делается довольно просто. Нарезается резьба на заготовке. Вот так же пробойники делаются. Если у вас нет желания или возможности это все покупать, такие элементарные вещи можно наделать самому. Берем сталь и точим. У каждого, у кого есть в гараже тиски, дрель и болгарка, плюс шкурка, плюс терпение и желание, все это можно сделать самому. Вот. Таких вещей. Вот приведу пример. Дорабатываем болгарочкой. Это дело. Потом напильником. Потом все это шлифуем, полируем. И получается вот такие вот наконечники, давилки. Пробойнички, наконечники, наконечники на крючки и все что угодно. То есть, это я все выложил для тех, кто спрашивает, где, что, чего. Не у всех есть возможность взять и заказать вот это вот все обилие инструмента. Но извините, вот такую ерунду выточить в гараже и сделать, это не проблема. А это уже инструмент. Им можно работать. Вот столько разновидностей можно понаделать. Понятно, вот это, вот это, вот это покупное. Вот. А это явно видно, что все это самопал. Вот это надо заказывать токарю. Вот. А остальное это вообще вот, по-моему, с семерки скрепления бампера. Какие-то мебельные. Вот, какие-то еще где-то. То есть, все это стоит, в принципе, копейки. Было бы желание, вот, и время. У некоторых есть время и желание, но нет возможности обратиться к токарю. Поэтому берите и делайте сами. Нарезать резьбу и что-то повторить в этом плане, я думаю, может каждый желающий. И сразу у вас появляется инструмент, который надо заказывать, ждать. С токарями там долго и нудно разбираться. У них то времени нет, то они забухали, то еще что-то. А так все это можно наделать самому. Вот это пробойнички алюминиевые. Вот это пробойнички с нержавейки. То есть берешь кусок железяки, режешь, торцуешь. И все это делаешь. Потом взял, заполировал. И получился хороший, шикарный пробойник. Ну вот, я думаю, что я ответил на вопрос. Всем удачи. Пока-пока.